Друзья, всем привет! Канал Каримов Проверь, канал обо всем. Вот, наконец, из печки достали татарское национальное блюдо губадья. Губадья большая. Что можно сказать про это блюдо? Я уже как-то говорил, что это еще называют его свадебным пирогом, потому что его татары часто не могли поесть, а только на свадьбах, на каких-то мероприятиях. Слово «свадьба» на татарском языке не означает, что «женитьба», да? А «той». «Той» — это праздник. Это, может быть, на рождение ребенка. Это может сватовство, это может быть никах. Или «сабантуй». «Сабантуй» — это праздник плуга. Вот, блюдо очень интересное и, скажем так, оно не могло родиться здесь, в Поволжье. Там используется рис, там используется изюм, там используется много других ингредиентов. Но вот те, которые я сказал, рис и изюм, они не рождаются на этой земле вечно зеленых помидоров. Ну и основным ингредиентом, конечно же, этого блюда является вот эта масса. Эта масса называется курд. Это скисшее молоко, которое выварено, творог вываренный до красноты. Он очень вкусный, полезный. Специально прокисшее молоко или свежее молоко, приготовленное специально для курда, проквашивают, то есть добавляют закваску, чтобы оно прокисло, и вываривают воду. Вот. А вот этот курд идет на дно этого пирога. Потом идет рис. Рис добавляет яйцо. Я уже сказал, что изюм без косточек добавляется. И добавляется большой кусок масла. Вот. Очень вкусно. Приезжайте в Казань. Здесь вы сможете насладиться этим блюдом. Друзья, большое спасибо. Канал Каримов Равиль. Канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал, будьте с нами. Много чего интересного вы узнаете.